Привет! Это небольшая подборка с очень полезными инструментами и приспособлениями для мастерской. В конце ролика будет конкурс с денежным призом. Приятного просмотра! Удобный складной нож с 5 лезвиями. Отличный рабочий нож со складывающейся конструкцией, что очень удобно. Все 5 лезвий лежат в теле ручки. Лезвия прочные, изготовленные из высококачественной стали СК-5. Заточены просто идеально. Ручка выполнена из прочного пластика эргономичной формы и отлично сидит в руке. У меня есть такой нож, заказывал больше полугода назад. Он реально удобный и классный. Набор гаечных ключей 3/8 дюйма с приводом Крафтфуд от 3/8 до 7/8 дюйма. Довольно интересный и необычный набор. Подойдет для откручивания и закручивания гаек в очень неудобных местах, где длинным рожковым ключом не подлезть. Крепится к обычной трещотке и крутится благодаря ей. Пригодится такой набор, наверное, при ремонтах авто или другой техники. Вы же встречали такие ключи где-то? Или может вам даже приходилось работать ими? Пылезащитный кожух на УШМ есть как вертикальный, так и горизонтальный. Предназначен для установки на болгарку, для дальнейшей безопасной работы без пыли и грязи, при распиловке дерева, шлифовке металла болгаркой, а также при работах с бетоном или кирпичом. Благодаря наличию патрубка с поворотом на 360 градусов, работа насадки штробореза возможна в паре с пылесосом для более тщательной уборки пыли и частиц. Также стоит отметить возможность работы с различными типами дисков. Благодаря кожуху процесс резки станет комфортным и безопасным. Электрический насос для перекачки технических жидкостей предназначен для перекачки и откачки неагрессивных и невязких жидкостей из различных типов емкостей. Идеально подходит для перекачки дизельного топлива из баков грузовых автомобилей, тракторов, яхт и других транспортных средств. Для нормальной работы изделия необходимо, чтобы корпус насоса был постоянно погружен в жидкость. Запрещается использовать насос в сухую. При перекачке больших объемов топлива не рекомендуется использовать данный насос непрерывно более 30 минут. Каждые полчаса необходимо делать перерывы в работе продолжительностью не менее 10 минут во избежание перегрева устройства и выхода его из строя. Мощность 150 Вт. Производительность при 12 вольтах 25 литров в минуту, при 24 вольтах 50 литров в минуту. Плавный пуск для электроинструмента с током до 20 ампер. Если инструмент не оснащен регулятором оборотов, значит он ему не нужен. Угловая шлифмашина, к примеру, всегда используется при полных оборотах, иначе она становится опасной. Для чего такому электроинструменту плавный пуск? Причин немало. Ведь резкий старт двигателя той же шлифмашины или электроинструмента вызывает выгорание щеток и ламелей ротора, токовый удар в электросети, попытку инструмента вырваться из рук, что небезопасно, сильный пусковой удар шестеренок редуктора друг от друга, вызывающий их быстрый износ. При плавном же пуске ни токового, ни механического удара не произойдет. Двигатель электроинструмента плавно запустится и выйдет на максимальные обороты. Универсальный спрей-герметик обладает высокой адгезией и предназначен для герметизации протекания. Он разработан специально для устранения мелких трещин и царапин внутри и снаружи помещения. У него уверенная адгезия к различным материалам, например, камень, металл, пластик, дерево, краска и так далее. Герметик подлежит окраске, устойчивый к воде, атмосферному влиянию и ультрафиолетовому излучению. Он сохраняет высокую эластичность при сильном перепаде температур, защищает металл от коррозии, не содержит битумных и силиконовых составляющих. Ударный гайковерт небольших размеров относится к классу профессионального инструмента. Прямое его назначение – это закручивание и откручивание гаек. Благодаря удобно расположенной ручке, которой оснащен гайковерт, ваша работа становится легкой и комфортной. Корпус оснащен ударопрочной конструкцией, обеспечивающей надежность инструмента. У данного гайковерта есть реверс, ударный режим, а также высокий крутящий момент, что несомненно является отличительной особенностью этого изделия. Обладает мощным бесщеточным двигателем и способностью закручивать с крутящим моментом в 520 ньютон-метров. У меня такой гайковерт сейчас на тесте, и он точно стоит внимания. Аккумуляторы подходят от Makita, кстати. 3D-нивелир Клубиона AE12S, пожалуй, один из самых дешевых и достойных 3D-нивелиров на рынке. Идеально подходит для выравнивания полов, укладки плитки как на пол, так и на стену. Покроет все требования профессионалов, кто работает на небольших объектах до 35 квадратов. Он имеет 12 лазерных линий и укомплектован аккумулятором на 4000 мАч.
Основное преимущество этой модели – расстояние от пола до лазерного луча составляет менее 1.5 сантиметра. Это упрощает заливку наливных полов, установки маяков по полу при выравнивании пола и многого другого. Диапазон работы компрессора 3 градуса. При превышении допустимого угла отклонения нивелир подает сигнал. Имеет информативную панель управления и пульт для удаленного управления им. Был у меня на обзоре этот нивелир недавно, качество подтверждаю. Коралловые диски для снятия ржавчины и краски. Предназначен для зачистки металла от ржавчины, краски и других загрязнений, а также для зачистки различных сталей, древесины, чугуна, искусственного камня, керамической плитки, гранита и так далее. Благодаря своей пористой структуре зачистой круг не засаливается и не нагревается. Рабочие обороты болгарки при использовании этих зачистных кругов рекомендованы от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту. Диск просто класс, давно использую его в мастерской и многим советую. Он снимает налет или краску, при этом не затрагивая слой металла, а также вычищает ржавчину при глубокой коррозии. У нас они тоже есть, но если брать несколько штук на Алике, то будет дешевле. Индикатор уровня пропанового бутанового топлива позволит достаточно быстро измерить уровень газа в баллоне. Тем, кто сталкивается с газом в баллонах, часто приходится наугад определять остаточное количество газа в баллоне, поэтому часто заряжают газом баллон с еще большим остатком газа внутри. Индикатор имеет специальную термопленку, меняющую свой цвет под воздействием температуры, что и дает возможность более точно определять остаточное количество газа. Немаловажным плюсом данного индикатора является его магнитное основание, позволяющее быстро и без лишних усилий изменить местоположение индикатора на железном баллоне. Крутой набор инструментов и приспособлений. Пожалуй, этот набор будет самым актуальным для домашнего мастера или в любой другой мастерской, в том числе и в автосервисе. Как уже понятно из индекса в названии набора, тут присутствует сразу 168 ручных инструментов и приспособлений к ним. Молоток, десяток отверток, головок, рулетка и несколько комплектов бит. Это далеко не полный список комплектации. Как и положено, все аккуратно скомпоновано внутри прочного кейса из гибкого пластика. Металл прочный, а низкое содержание серы в нем дает гарантию долговечности и качеству данного набора инструментов. Специальный угольник лазерного типа. Отличный прибор, который поможет положить быстро и качественно плитку на полу или стене. Прибор предназначен для проведения разметочных и контрольных работ в процессе укладки керамической плитки. При помощи прибора очень просто делать ровные ряды и создавать любой геометрический узор. Имеет 2 лазерных луча под прямым углом с оптимальной видимостью, что обеспечивает быстрое и точное выравнивание при укладке керамической плитки. Дополнительно прибор оснащен 2 пузырьковыми уровнями. Также позволяет ровно повесить на стену украшения или картины. Лазерный нивелир имеет прорезиненные ручки для максимального удобного использования. Электрическая отвертка. Аккумуляторные отвертки – это чрезвычайно компактный инструмент для работы с крепежом, удобен при сборке мебели, установке различной техники, например кондиционеров, мелком ремонте. У нее складная рукоятка, так что можно держать как и пистолетным способом, и как отвертку. В комплекте идет гибкий вал, зарядка и 10 насадок. Емкость аккумулятора 1300 мАч, скорость вращения 210 оборотов в минуту, вес 650 грамм, что увеличивает продолжительность работы, делая ее менее утомительной. Также имеется подсветка рабочей зоны. Такая электроотвертка очень удобная вещь. Насадка-заклепочник. Это универсальный адаптер, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для установки вытяжных заклепок. Насадка работает со всеми типами сверлильного инструмента – дрель, шуруповерт или перфоратор – при наличии быстрозажимного патрона и функции реверса. Устанавливать заклепки при помощи заклепочника также просто и удобно, как и при помощи дорогого профессионального инструмента, но гораздо проще и быстрее, чем при помощи ручного заклепочника. Насадка-заклепочник в разы увеличивает скорость работы и повышает производительность. На установку одной заклепки уходит всего лишь 1.5 секунды, при этом оператору не нужно прикладывать никаких физических усилий. Точильный станок.
Надежный и высокопроизводительный станок для заточки ножей, ножниц, стамесок, лезвий рубанков из стали HSS. Хорошую заточку устройства гарантирует зернистость шлифовального круга 180. Инструмент оборудован магнитом для правильного размещения стамески при заточке. На точильный станок установлен 96-ваттный двигатель, который позволяет затачивать сверла диаметром от 3 до 13 мм. Сверлильный срок эксплуатации и надежность точильного станка обеспечивает алюминиевый корпус мотора. Шлифовальный круг вращается в холостом ходе со скоростью 1350 оборотов в минуту. Диаметр затачиваемых сверел от 2 до 10 мм. Такой станок – это незаменимая и полезная вещь для любого хозяина. Динамометрический ключ. Снабжен трещоткой, а также переключателем направления движения. Применяется во многих отраслях, где необходима точная затяжка резьбового соединения, устанавливаемая ГОСТом. Размер подсоединения 1/4. На ключе находятся две шкалы прилагаемых вами усилий и в дополнение специальный болтик для закрепления выбранных вами усилий. Ключ полностью соответствует всем европейским стандартам. Комплектуется пластиковым кейсом для удобного хранения. Набор для установки кнопок на одежду или обувь. Этот набор инструментов из 11 предметов предназначен для установки металлических кнопок и заклепок разного типа на одежду, обувь, сумки, кошельки и различные DIY-поделки. Инструменты сделаны из стали, пробойники закаленные, остальной инструмент с никелевым покрытием. Для установки изделия необходимо верх изделия положить на матрицу, выбрать пуассон, необходимый для установки конкретной части кнопки, в заднюю часть изделия установить пуассон, вставить в отверстие передней части изделия и расклепать, ударив молотком по пуассону. Комплект применяется в обувных мастерских и ателье по ремонту одежды для ручной установки кнопок. Профессиональный краскопульт системы Transtech может надежно и стабильно работать при давлении в 1,5-2 бара на входе в краскораспиритель. Кроме этого, пистолеты системы Transtech не чувствительны к перепадам давления в системе подачи воздуха. Новое строение воздушного клапана для плавного хода спускового курка и лучшего контроля формирования факела. Корпус краскораспылителя защищен анодированием и подходит для водных материалов. Выбор из двух усовершенствованных воздушных голов для нанесения любых красок. Три сопла различных проходных сечений для нанесения материалов различной вязкости. Новый, более эргономичный корпус краскораспылителя оптимально подогнан к руке для обеспечения комфорта и легкости управления. Мини-труборез. Если вы занимаетесь ремонтными работами, монтажом трубопроводов, установкой кондиционеров, то инструмент для резки медных труб станет для вас хорошим помощником и ускорит выполнение работ. Мини-труборез надежен, удобен в работе и долговечен. Труборез для резки медных труб диаметром от 3 до 22 мм. Конструкция трубореза позволяет осуществлять точную резку под углом в 90 градусов. Корпус имеет хромированное покрытие, что продлевает срок службы. Особенностями трубореза является большая круглая ручка с накаткой, что дает регулировку давления без усилий, два направляющих ролика с канавкой для разреза вплотную к отбортовке, удобная форма, малый рабочий радиус, работа в труднодоступных местах. А это легкий металлоискатель весом всего 725 грамм для начального уровня с широкими и мощными параметрами. Предназначен для поиска всех видов материалов на глубинах. Монеты до 13 см, а габаритные объекты до полуметра. А водонепроницаемая катушка позволяет вести поиск на мелководных участках или в лужах, погружая катушку до 40 см. Оборудован визуальной шкалой для точного определения цели и удобной работы в шумной среде. А разъем 3,5 мм даст вам возможность использовать наушники и сосредоточиться на поиске. Есть индикатор оповещения о низком заряде, который всегда вовремя напомнит о необходимости сменить батарею. Регулируемый шток с лопаткой можно удобно выставить по длине от 0,8 до 1 метра под рост пользователя и условий поиска. А вот и конкурс. Приз я разыграю, как только на этом видео наберется 600 лайков. Приз 300 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия простейшие. Лайк, подписка на канал. И напишите в комментариях, каким инструментом вы чаще всего пользуетесь. У мужчин и женщин разные инструменты. Какой ваш? Также, по желанию, конечно, делитесь роликом в ваших соцсетях, чтобы быстрее набрать лайки. Спасибо, что смотрите. Хорошего вам вечера.